зима-то кончилась, знаете, какая погода на улице, весна уже, весна, и идет. Такая же профессия, как и любая другая, но дело в том, что он имеет материалом свое собственное здоровье, душу, сердце и ум. Вот это его рабочий материал, и он этим занимается, поэтому эта работа и прекрасная, и вместе с тем очень тяжелая. А где вы отметите День театра? И отмечаете ли вы его? Я, конечно, актриса театра, и мой театр «Сатира» отмечает его у себя в Москве, на площади Триумфальной. А я буду отмечать в Вильнюсе завтра. В Русском драмтеатре мы будем играть этот концерт. Это город мне очень любимый мной город. Моя сестра работала в Русском драмтеатре много лет. Так что я как-то вот буду в хорошем месте и с удовольствием отмечать День театра. Как вы нашли прибалтийского зрителя? Вы в первый раз в Литве? Да что вы, я была очень часто в Прибалтике и очень люблю ее. А ну как вы сами, вы же видите, как принимали прибалтийский зритель, несмотря на такую вроде традиционную сдержанность и холодность, очень горячо воспринимает юмор, потому что все, наверное, соскучились без юмора. Поэтому я думаю, что хорошо принимали. Поздравляю. Спасибо.